не отходя от кассы, заодно запишу обучалку на таки-таки, потому что что-то случилось с моим ютубом, и почему-то очень много просмотров в последнее время, причем у самого-самого первого видоса с таки-таки, когда я ее типа придумала, сидя в машине, вышла из машины и станцевала за 10 минут в январе месяце. Вот, в общем, естественно, она там не отрепетированная, ничего никого. У меня сейчас там, не знаю, какие-то страшные десятки тысяч просмотров откуда-то вылезли, не понимаю откуда. Ну, раз так, надо снять обучалку и переснять ее уже в нормальном качестве. Так вот, обучалка, таки-таки. Это часть самая-самая последняя от официального ремикса, которую поет, по-моему, кто? Селена Гомес, если я не путаю. Короче, приятная девочка с каким-то очень таким сексуальным голосом. Начинаем мы с левой ноги, делаем движение, которое я кодово называю «надеваем штаны». И раз, и два, и три, четыре. Техника, ну, очень простая, да, то есть мы подпихиваем вот так вот, что за слово такое, да? Выводим мы таз вперед и переводим вот так вот на переднюю ногу, затем опять, ну, в прогиб как бы убираем его назад. Зачем я пытаюсь это словами объяснить? Я не понимаю, что на йоге. И раз, и два, и дальше я разворачиваю правое колено, сажусь в глубокое плие, провожу вот так вот лапки, так вот, и я! Получается, раз, и два, и три, четыре, да? Руки пойдут по ягодицам, затем вперед, вот так вот они прям прямые вот так пройдут. Получается. Причем это происходит со счета 2, да, мы здесь пропускаем первый счет, она начинает петь «Careful when you come to my way», и мы делаем 2, и 3, и 4, раз. Дальше. Правая нога, левая рука. Правая, левая, вжух. Ага, да, откуда это взялось? Откуда бы вот этим движением взяться? Из синтуры, которая была прошлой обучалкой снята. Самоцитирование называется. Раз, два, когда в разных связках одинаковые движения, да? Левая, правая, две, и затем по себе вот так вот забрать волну, да, получится. Та, 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 ра. Дальше, да, волну заканчиваем акцентом. Хвостом назад и дальше с правой ноги начинаем. Раз, и два, и да, все правильно. Раз, и два, и три. Вот это движение у меня в базовых называлось play foot. Самый его основной вариант, да? Раз, и два, и дальше мне нужно вот эту левую ногу снять вот таким маленьким рундиком и поставить назад, для того, чтобы шагнуть вперед с левой ноги. Мне, как всегда, не хватает здесь простора, да, но вам придется делать на это скидку. Руки сделают правая, левая. Дальше я левую руку завожу к уху. Вот так вот снимаю. И дальше будет вот здесь такие лапки. Около тазовых косточек с мизинца собираются. Итого получается. На а-а-а мы сделаем левую, правую, левую. Ноги, да, диагональ, диагональ, накрест. И дальше я проворачиваюсь и над головой прокручиваю бабочку. Та-та-та-та-та. На самом деле перехожу на левую ногу для того, чтобы бросить на такую волну. И такое получается. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, я прокрутилась, перенеслась на левую ногу и дальше. С правой вместе я увожу волну. Вместе с волной бью себя вот так. Не бью, прикасаюсь. Да? В грудину немножко носом отрабатываю вниз-вверх. Пум! И увожу эту волну. Руки разлетаются вот по такой траектории, да? Игриком. Бим-бим-бим-бим-бим. Сначала, наверное, это для меня надо. Сначала, чтобы я с мыслями собралась. И ра-та-ти-та-та. Пум-пум-пум. Ра-та-ти-та-та и а-а-а. Ду-ду-ду-ду-дум. Эна-у. К сожалению, здесь не считается цифрами. При всей моей любви к счету цифрам, это снова делается все на слова, как я обычно делаю в хореографии. Вот, поэтому, ну вот разве что считать пением, да? Ну, дальше. У-фолени.
falling in love. На вот это falling in love я делаю такое приседание. Как бы исходно, ну, я должна прийти вот в такие картаны, которые в йоге, типа маласаны, вот такое вот, да? То есть чуть-чуть расставленные колени, очень устойчивые, и главное не на цыпочках, а на полной стопе. Да, именно вот такое широкое положение даст мне возможность это сделать. Только я туда прихожу как бы с правой, да, с правой булки, с правой ягодицы, вот так вот. И все-таки, конечно, некоторые полупальцы там будут, но вжух, да, вот оно вот так будет выглядеть, довольно устойчиво это выглядит и является. Руки пойдут по внутренней стороне бедер. Falling in love. Тра-та-та-та. Get it well done. Подставляю правую ногу к левой и делаю колени вместе. Врозь, вместе. Врозь, вместе. Вот здесь я еще держу себя силой. А потом я расслабляюсь и просто плюхаюсь вниз и сразу отталкиваюсь. Если у вас проблемы с коленями, пожалуйста, не делайте это движение вообще. Оставайтесь наверху, да? Ти-ти-ти-ти-ти. Вполне это можно сделать. Если же колени у вас здоровые, вы хотите, чтобы они таковыми оставались, вам очень важно держать вес на всей ширине стопы, не только на внутренних частях, потому что тогда ваше пике будет выглядеть вот так вот, и колени ваши неминуемо сломаются. А вот если вы будете грамотно с стопой работать и держать вес на всей ширине стопы, то есть загружать как следует ее внешний край, мизинчики, тогда вот это вот движение будет у вас для коленей физиологично и безопасно. И здесь еще очень важно держать вертикаль, да, то есть никуда не заваливаться, чтобы вы здесь полностью были, ну вот ваш позвоночник, чтобы был вертикальный. И раз, даже хотя я немножко вот так вот и ломаюсь, но центр тяжести у меня все равно очень не контролирует сильно, и он находится ровно над пятками. Если он перенесется, я упаду, да. И раз, и два, и три, да. Хоть вот у меня чуточку здесь и сокращен бок, но видите, я сижу довольно ровно. Да, я никуда не завалилась, тем более вот сюда, вот, я полностью себя вот в этом положении контролирую. Правая рука у меня ищет бумажник, левая, правая, левая, правая, левая, правая. И дальше идет вот так вот к левому уху. Получается. Falling in love. Тра-та-та-та. Get it well done. Dancing in life. Теряю инерцию, понятно, это надо быстро просто делать. Да, после плие я заношу ногу вот таким вот чиркающим движением и вжух. Да, ставлю вместе ноги в шестую позицию и хвостом себя вот так выталкиваю в небольшую волну. Руки сделают тра-та-та-та-та. Да, тоже по внешним сторонам ягодиц без грязи. Да, аккуратненько. Оп. И дальше будет слово run. На слово run я что делаю? Дискобол! Я делаю run. И, да? Раз, два. Очень, ну, естественные руки, просто как при беге. И нога захлёстывается подальше назад, почти в аттитюд. Раз, два. Дальше. Правая, левая. Я довольно сильно поджимаю перед шагом коленку, чтобы это был резкий шаг. Чоп, чоп. И делаю раз, два, две точки. Раз, два, и сбросила. И повела туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп за спину. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп сняла. Наверное, сначала, опять же, для того, чтобы просто я вышла в состояние, поняла, что я тут вообще делаю. Два, и три, и четыре. Раз, два, и три, четыре. Раз, два, и три, и четыре, и пять. И тра-та-та-та-та, 7 и 8. Раз, два, три, четыре, и пять, и шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, и тара-та-та-ти-та-та. Вот даже цифрами получилось просчитать, какая я молодец. Технический склад ума. 7, 8, сам шучу, сам смеюсь, господи. Что дальше у нас? Да, на этом закончилась половина связки, если я ничего не путаю. Может быть, чуть-чуть меньше, чем половина, но две восьмерки, да? Четыре восьмерки, какое-то четное число восьмерок. Дальше у нас идет. Раз, два, три. Да, полтора движения. Раз, два, три. Дальше.
приставка, шаг, приставка. Руки сделают. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это многовато, я понимаю. На три кусочка оно бьется. Первый кусочек. Раз, два, три. Да? В стороны, с головы и бросаться. Дальше второй кусочек. Это раз, два, три. Вот эта рука в диагональ. И здесь раз волной, два, три. Ну и дальше просто левой я захлёстываю, да, и вот у меня будет вжух. Горизонтально провожу вот так вот эти руки по плечам. По бедрам, да? Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз и два. Я в базовом курсе называла это движение, по-моему, кузнечиком. И раз, и два, и... Ага. И правая, и... Левая, дальше сальцо поворот. Три и четыре собираем вместе и делаю таки-таки. Таки-таки. Вот эти вот таки-таки, они на самом деле импровизационные, это можно делать что угодно. То есть я делаю вот такие акценты, можно делать любые другие. То есть можно сделать, не знаю, там тинь-тинь-тинь, да, там тинь-тинь-тинь. Что вы танцуете, что вам нравится, то и делайте, какой стиль вам привычен, например, добавляйте как раз вот в этом моменте, можно добавить. Ну, если не знаете, что делать, делайте то, что делаю я. То бишь, таки-таки, шаг, и дальше грудная клетка вниз, вниз, да, как бы справа и слева. Пум, пум, воу, и по кругу. Вум, это я левой рукой вот так вот себя бью по голове, и... Я не умею, на самом деле, делать нормальное это движение, оно у меня не очень получается, да, вот это вот удар, и затем сойти волной. Пум-пам-пам. Откуда бы мне собрать это дело сначала? Да, наверное, ниоткуда не надо, наверное, вы так все понимаете. Или нет? Или нет? Я потом это все целиком просто танцую, примерно станет понятно. Если что, проматывайте, пересматривайте. Пошли у нас затяжки. Байло, секомо, сефера, лультима. В я там делаю удар. Не обязательно тоже удар. Там эти три акцента, которые идут такие дыщ, дыщ и дыщ с какими-то перепевочками. Можно сделать любые. Я делаю раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, да, базука. Бум, два, три, четыре. И дальше уже начинается общая партия, которую надо делать все вместе. И бум, в этом бум, таки-таки, ага, первая правая будет, например, бум, дальше, таки-таки, да, причем это будет шаг, а дальше я на воздухе делаю первый таки и второй таки ставлю, да, с акцентом хвостом вниз, да, вниз-вперед, и с вот такими вот руками, чи-чи, одна около живота, другая сзади. Получится. Бум, таки, таки, бум, таки, таки, рум, ба. Да, то есть будет таки, таки, рум, ба. Бум, таки, таки, бум, таки, ти-ди-ди-ди-ди, дыш. И дальше. Два, и три, и четыре. Три таких кружка с вот такими пальчиками я делаю. Два, и три. И четыре, и отсюда пять, шесть, семь. Что у меня здесь делает правая нога? К зеркалу в диагональ и ровно я делаю вот такие вот штучки. Раз, и два, и три. То есть я собираю вместе колени, округляю спину, затем колени раскрываю, делаю прогиб. И руки у меня делают чоп, чоп, чоп. И чтобы еще в это красиво прийти, там можно голову прокрутить. Да, очень здорово. Тинь, 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 у меня голова налево. И я через низ вот так ее выведу направо с вензелем волосами. Вжух, вжух, вжух. Отсюда снять грушу с дерева. Снять сюда и сюда.
Да, то есть движение. Да-да-да, 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 да-да-да. Откуда я его взяла? По-моему, в каком-то дэнс-холле я вот так вот такое видела. Переложила как смогла. Раз и два. Вот эту вот правую руку я срываю прямой. И выбрасываю круг, прокручиваю этот круг два раза. Традиционный уход в закат. Наверное, это все. Что-то я под конец уже не так подробно объясняла, как, наверное, следовало бы. Видимо, просто подустала. Но если вдруг что-то непонятно, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. И записывайтесь на индивидуальные занятия по скайпу. А я тем временем станцую, наверное, от начала до конца медленно, чтобы у вас была эта запись. И... Careful when you come to my way. My body don't know how to play. Work it to keep it tight every day. Лучше не думать, о чем песня. Now you're in a taste. And then, oh, falling in love. Та-да-да-да, ух-ух, get it well done. Dancing in my... Если вам не нравится, как я пою, выключите звук. You'll wanna run. И chop, chop. И та-да-да-да-ти-а-та. Party, та-да-да, fiesta. Blow out your candles, have a siesta. Та-да-да, та-да-да, та-да, stop it. And my таки-таки бум, та-та, таки-таки вжжжж. Байла сикома сифэла, лёртина вэ. Тра-та-та-ра-та-та-ра-та-та, юна сэ. Тра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра. Бум, таки. Что, с другой ноги? Да нет, все правильно. Бум, таки-таки, бум, таки-таки, румба. Та-та-ра-та-ти. Ра-ра и пум, ра-ра, ра-ра, воу-оу-оу-оу. Ти-ди-ди-ди-ди. И вот уже 5, 6, 7, 8. Закат ушли. Вот моя женщина. Это довольно напряжно физически. Вот. Хотя технически, но, мне кажется, очень, очень просто. Мне кажется, начинающие вполне это смогут выучить и освоить. Все, наверное, на этом. Спасибо, что досмотрели до сюда. Что вам еще сказать, да? Пока.